Закон номер 63 от 13 июня 1996 года ввели... Только чтобы дверь была спокойно. Вот. 7 февраля 2007 года Лебедеву Платону Леонидовичу и окончательно назначить Ходорковскому Михаилу Борисовичу наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 2003 года по 8 февраля 2007 года. Меру пресечения в виде заключения...